Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу лайф-мод для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем городе появится большая куча новых деревень, в том числе появятся новые жители. И все эти деревни вы сможете встретить, исследуя ваш мир в Майнкрафте. Собственно, сейчас мы находимся в одной из этих деревень, которая спавнит этот мод. Собственно, могу сказать, что эта деревня расположена в пустыне, и перед нами настоящая гробница. И в гробнице должен быть, по идее, фараон, хотя вот он, наверное. Здесь есть даже фермеры, друзья, здесь есть охранники, и многие другие жители здесь занимаются своими делами. Да, даже в обычном Майнкрафте такого нет. Собственно, здесь есть колодец, но в эту гробницу мы еще, конечно, зайдем, но я не уверен, что это гробница. Есть даже декоративные башни, которые выглядят просто суперски. И, собственно, давайте еще маленько полетаем. Ферма тростников и кактус, который нужно, наверное, убрать. Да, вот что-то вы сейчас стукаетесь. Собственно, давайте зайдем в один из этих домиков. И внутри домика, я смотрю, у нас находится сундучок, в котором лежат довольно неплохие вещи. И эти вещи вы можете забрать и идти дальше путешествовать. Но я сказал, что это, возможно, не гробница. Что-то наподобие гробницы, но это, наверное, какой-то зал или гостиница, в котором они принимают гостей. Ну, собственно, вот еще одно здание, в котором, возможно, что-то находится. И давайте найдем в него вход. Но входа я пока что не вижу, и давайте тогда в него взлетим по старинке, то есть через крышу, как это делают многие игроки, в том числе и я. Собственно, здесь у нас столик зачарования, вот наш вход. И столик зачарования выглядит довольно прикольно в этой темноте. И могу сказать, что деревня просто огроменная. И в обычном Майнкрафте такого без этого мода вы просто не встретите, потому что его такого нет. Собственно, в режиме творчества в своем инвентаре вы можете найти твиттер-разработчика, который просто классный человек, который сделал вот такой мод. Лайк, друзья, однозначно лайк за такой мод, потому что таких модов бывает довольно мало. И, собственно, это не просто мод, который генерирует деревни. Он еще делает, друзья, жителей, которых просто не было раньше в Майнкрафте. Собственно, даже деревни будут спавниться на болоте, даже в биоме акации, где растут вот такие деревья, даже в обычном биоме, и то будут появляться у нас новые деревни. Ну, друзья, чтобы появилась деревня, придется подождать около минуты. Но если вы отправили в шахту, то или в пещеру, то это не беда, вы выйдете из шахты и увидите новую деревню. Ну, а, собственно, друзья, о моде говорить больше нечего. И будем заканчивать. Собственно, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал.